Российский музыкант Юрий Лоза многие годы умело притворялся адекватным, но оказалось, что это не так. Автор хита про маленький плот пропагандирует не только войну против Украины. Украина под Адусе? Смотрите, они же развернули ее понад Россию. Но и теорию плоской земли. На шарообразной земле реки течь не могут. Он не верит в коронавирус, вакцины, зато верит во все сказки, которые рассказывают российские пропагандисты. По заявлению украинских властей, они расстреляют всех жителей Донбасса. Несмотря на разрушенные города, массовые убийства украинцев, Юрий утверждает, что российская армия воюет только с украинской армией. Когда мне пишет человек из Киева и говорит, что мы захлебываемся в крови, по нам лупят ваши искандеры, и что мы запинаемся за трупы ваших солдат, то я открываю следующее сообщение от того же самого жителя Украины там, или от жительницы, которая говорит, у нас все тихо. И я понимаю, что у нас все тихо, более соответствует действительности. Весь этот плоский мир, уверен плоскоземельщик Лоза, наговаривает на Российскую Федерацию. А Путин не военный преступник, а крепкий хозяйственник. Как только Путин сказал, что он будет собирать страну, а не разваливать, и что он собирается как бы ослабить влияние доллара и перейти на расчеты, взаиморасчеты в национальных валютах, тут же мы стали империей зла. Юрий Лоза очень активно поддерживает войну против Украины. Правда, на словах. Сам в окопы не лезет и даже с концертом для российских солдат боится выступать. Любой концерт, который вы будете проводить на передовой, это мишень. Это цель. И это мишень. Поэтому приближаться с концертами к передовой, это неправильно. А что, не... Карьера поэта-песенника и автора одного хита уже давно позади. Юрия Лозу не зовут ни на корпоративы, ни на центральное телевидение. Я туда не вхож, поэтому меня туда и не зовут. Меня один раз пригласили на новогоднюю передачу, на вот эту вот. Я говорю, ой, здорово, замечательно, позвонили. Я говорю, какую из моих новогодних песен зимних можно спеть? Она говорит, да вы что? Петь будут у нас вот здесь свои. Вы будете сидеть и бросать серпантинчик. Чтобы оставаться на плаву, автор плота с 2014 года стал экспертом в украино-российских отношениях. Сначала он с умным лицом говорил, что на Донбассе русских нет. А там воюют украинцы, которые поддерживают фашизм, и украинцы, которые воюют против фашизма. Позже, в 2016-м, Юрий Лоза все же обнаружил на Донбассе россиян. Оказалось, это хитрый Запад заманил их на украинскую территорию. Эту операцию на Западе запрещено называть войной. Потому что если будет объявлено, что идет война между Россией и Украиной, то заработает старинный лозунг «Война все спишет». Любитель конспирологических теорий и плоской земли уверен, что 200 лет назад был всемирный потоп, а солнце – это просто фонарь направленного действия. Солнце – это направленный фонарь. Когда он уходит с точки, которую освещает, там становится темно. Все. Очень просто. Российские федеральные каналы готовы даже такое транслировать, лишь бы маэстро публично поддерживал войну и скандировал, что США обречены на развал.